Мы идем с Глен. Да. Атмосфера, конечно, это круто. Как Дисней это смог придумать, и то, что все это воплощено, это, конечно, это здорово. Одна история, что он не дожил до вот открытия, и когда журналист какой-то подошел к брату, к его, и сказал: «Очень жаль, что Уолт этого не видит». И он сказал: «Вы сумасшедший, что ли? Уолт это давно видел, и поэтому вы сейчас находитесь здесь». И вот это, конечно, сила видения и способность это увидеть, помечтать, и теперь все мы здесь находимся и чувствуем атмосферу. Атмосфера — это, конечно, лично для меня самое сильное впечатление о Диснейленде.